Всем большой привет, с вами канал LPS Картити, и я сегодня буду распаковывать читерс. Я только пришла с театра, с балета. Давайте приступим. Как бы это было неожиданно, давайте начнем распаковку. И у нас не простые читерс, а читерс, в которых идет, так сказать, коллекционные. Это эмоджи, нам здесь должны попасться разные такие вот. Это мне напоминает вот эти читерс пародию на Чипика. Тут также идут круглые вот такие как бы фишки, но вообще это стикеры. Их также 90 штук, и они находятся в каждой пачке. Но здесь носочка, потом мы ее прочтем. Вот здесь такая небольшая акция, то, что можно создать свое эмоджи. Тут опять носочка. Давайте их прочтем. Ну, эмоджи — это значок, символ, выражающий эмоции. Я думаю, вы знаете. А вот первая сносочка, она означает: согласно технологическому процессу производства, стикеры находятся в 90% пачек. То есть не во всех пачках есть стикеры. Вот это меня очень расстроило, потому что я узнала это только когда пришла домой. Ну ладно, я нащупала здесь стикер, поэтому давайте распакуем. Так, вот такие они, думаю, вы знаете. Сейчас буду его искать. Итак, ребята, я еле нашла. Вот здесь находится такой небольшой пакетик. И вот он, наш стикер. И нам попался сам... Итак, нам попался вот этот тигреночек, который находится на упаковке. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!